В 2021 году основной период проведения единого государственного экзамена назначен с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые собираются поступать в российские вузы, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету – русскому языку. Экзамен по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет. Также у девятиклассников не будет досрочного ОГЭ, экзамены пройдут только по русскому языку и математике.